Здесь я предлагаю быстрый и простой рецепт говядины по-французски, который не займет у вас много времени и сил, а вкусное и ароматное мясо с помидором и сырной шапочкой понравится абсолютно всем. Сейчас я расскажу вам, как сделать говядину по-французски не в духовке, как это обычно бывает, а на сковороде. На самом деле, мне такой вариант чем-то даже больше нравится, так как мы можем контролировать степень прожарки мяса, и времени на приготовление уходит гораздо меньше. В общем, если гости уже практически стучатся в дверь, а вы не успели заранее подготовиться, то этот рецепт приготовления говядины по-французски вас обязательно спасет. Досмотришь видео, и я предложу записать список ингредиентов. Итак, нарезаем говядину на порционные кусочки и хорошенько отбиваем. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем мясо. Когда одна сторона хорошенько поджарится, переворачиваем, солим, перчим ее и выкладываем предварительно нарезанные кусочки помидор. Вообще все продукты лучше подготовить заранее, чтобы вы смогли сделать все быстро и ваше мясо не подгорело. Теперь аккуратно поливаем майонезом. Выкладываем предварительно натертый на крупной терке сыр. Теперь накрываем наше мясо крышкой и готовим, пока сыр полностью не расплавится. Вот, собственно говоря, и все, наше блюдо готово, и мы можем подавать его на стол. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Такие продукты будут нужны. Говядина молодая, 500 грамм. Помидор, 2-3 штук. Сыр, 150 грамм. Майонез, 150 грамм. Масло растительное, по вкусу. Соль, по вкусу. Специи, по вкусу. Количество порций, 6-8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До новых встреч!